Идем. Вот центр Казахстана. Российский флаг. Это российская школа, потому что здесь большинство населения проживает российские военные. И у них своя отдельная школа имени генерала Дорохова. Район имени другого российского генерала, еще тоже одна из центральных улиц, она тоже имени российского генерала. Мы находимся в Казахстане. Вот. А вот тут вот казахская школа. Ну вот какая-то такая интересная ситуация, особенно вот в свете последних событий. Я, например, очень удивлена, что у нас там российские города в центре. Это Приозерск. Когда-то был военный городок, он был вот здесь. Но в 1994 года россияне, вот я не знала об этом, что в центре Казахстана, это Жамбылская или Карагандинская область, здесь живет свыше 5000 российских семей. Вот здесь вот даже район генерала Кисунько. И оплата коммунальных идет в рублях. Вот так-то. Ну, вот такой вот город. И, в общем, город, единственное градообразующее предприятие, это вот российская военная часть. Вот интересная, да, такая ситуация.